Yeah. Все как у Беверли Крейвен. 4 утра, рассвет. Я на диване в трусах Джефф Лебовски. Через пинцет, если б не дата на джашопах, вышло нечто блюзу близкое. Но в год, когда Мадди умер, я родился. И это не бессонница. Спать не вижу смысла. Я обещал быть наверху, но не обещал, что быстро. Зачем мне крылья из Джордана 6 кругами, чтоб не сломались ноги в погоне за деньгами. Какой по счету подход Богу одному известно, мыслям точно не помочь отжиманием и прессу. И без того столько лет будто был заперти. Такой вот сам себе нелепый джи Макс Би. Теперь готов на все, словно стопку выпил. Поверь, я буду рядом, словно Скотти Пиппин. Айфон на вибро, айфон на выкол. Выгляжу бледно, будто в совместке с крипа-крипом. Холодный липтон, вчерашний литр. Опять эти 140 в твиттер. А в комнате по-прежнему темно и грязно. Грайм, United Kingdom.